Доброе утро! Программа «Утренний экспресс» на ваших экранах 28 мая. И уже сегодня в Доме пионеров состоится фестиваль «Мастерство на кончиках пальцев». Да, к нам присоединилась Наталья Заиченко, организатор, руководитель фонда «Другой мир». Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Ну, вообще, «Другой мир» — это какой мир? «Другой мир» — это мир, который объединяет всех людей. Угу. Ну, ваш фонд старается помочь, я так понимаю, адаптироваться к нашему миру. Да, конечно. Нашему социуму, да? Кто ваши подопечные? Мы работаем с людьми всех видов инвалидности, всех возрастов. Сегодняшний фестиваль – это финал большого проекта, да, я так понимаю, как он назывался и кем он был организован, с какой целью вообще проходил? Да, проект назывался «Мастерство на кончиках пальцев». Мы выиграли этот конкурс в Министерстве образования Свердловской области и с января уже его внедряли. Угу. Вот, у нас прошли обучение 83 педагога из 23 коррекционных садиков нашего города. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну а фонд работает только с детьми? Нет, конечно, мы со взрослыми работаем, у нас много проектов. Ну, сегодня в финале что будут делать ваши подопечные? Сегодня в финале у нас будет более 60 подопечных из 20 коррекционных садиков, которые представят свои работы уже, то, что они сделали за этот период. Ну, а что сами они делали? Рассказывайте. Они делали детские площадки, мебель делали. Ну, там у них очень много всего. Вот сегодня мы увидим как раз все их мастерство. Ну, а зрители вы приглашаете? Могут просто прийти и посмотреть, да? Мероприятие состоится у нас во Дворце пионеров на Вознесенской горке. Начало в 10 часов утра. И мы приглашаем всех. Ну, то есть это, в принципе, можно еще успеть. Да, конечно. Да. Ну, вот мы сейчас видим, это вот это ваши подопечные, вот у нас есть фотографии. Да. Ой, класс. Да, мы проводили 16 открытых уроков. Вот в этих садиках у нас прошло. И вот все уроки абсолютно были разные. Ни один урок не повторился. То есть педагоги настолько творчески подошли к урокам. К выполнению заданий, да? Да, к выполнению заданий. Вот они алфавит составляли, цифры, буквы. Мебель мастерили, дома строили, детские площадки строили. Причем мы выдавали макеты, да, как можно делать, что можно мастерить. Но дети настолько творчески к этому подошли. И у них даже интереснее получалось, чем то, что мы им предложили. Ну, слушайте, я хочу сказать, что вы делаете очень хорошее дело. И даже вот простому обывателю, который сегодня посетит вот финал вашего проекта, финал вашего фестиваля, он посмотрит на вот этих детей, на ваших подопечных и посмотрит, с каким трудолюбием и усердием это делать может человека обычного, простого, который вот адаптирован к нашему миру, да? Да, и он подтолкнет на какие-то свершения, на какие-то... Конечно, причем поступки. Дети настолько это делали увлеченно, что мы даже не замечали, где там необычные дети. Да. Мы спрашиваем воспитателей, где они. То есть этого вообще не видно было. Слушайте, у нас сегодня даже тема эфира. Да, попробуй удивить. Попробуй. И вы, видимо, удивились, действительно были впечатлены этим. Еще раз, 10:00. 10:00. Дворец пионеров, Вознесенская горка. Спасибо вам большое. Наталья Заиченко была у нас в гостях. Спасибо за то, что делаете доброе и хорошее дело. Благодарю. Мы движемся дальше. Рубрика «Мельница заблуждений» сейчас ответит на вопрос, нужны ли солнцезащитные очки в городе и как их правильно выбрать.